Следующим представляю слово Михаилу Макаровичу Фармузалу. Башкана. Добрый день, глубоко уважаемые дорогие жители Гагаузии. Каждое государство должно уметь защищаться, чтобы сохраниться. Мы, маленькая государственность в составе Республики Молдова. У каждого государства всегда есть противники. Есть они у соседних государств, есть они у России, есть и у других великих государств. Каждый старается проводить политику в интересах своего государства. Мы, жители Гагаузии, все эти 7 лет проводим политику в интересах укрепления нашей автономии, согласия, усиления экономического потенциала, образовательного, интеллектуального, здоровья нации. Это то, что мы с вами вместе делаем. И то, что мы пропагандировали все 7 лет, раскручивали бренд Гагаузия во всем мире, это мы укрепляли свою маленькую государственность в составе Республики Молдова. Нас невозможно было расшатать изнутри. Люди понимали, что мы делаем и как мы делаем. И даже посмотрите на этот митинг людей, которые сейчас пришли на этот митинг, и сравните с теми людьми, которые стояли 7 числа перед исполкомом Гагаузии, и сравните интеллектуальный потенциал. Что говорят на этом митинге? Говорят озабоченность о судьбе Гагаузии. Что говорили на том митинге? Посмотрите на этот интеллектуальный потенциал. Вот Гагаузия здесь. Вот потенциал Гагаузии, тот, который обеспечивает устойчивость, стабильность и будущее автономии. Что делают недруги любого государства? Первое, что они пытаются всегда вбить разлад между людьми, натравить людей одних на других. У них в Гагаузии это не получилось за 7 лет, что наша команда руководит Гагаузией. Не получилось. Попытки были много раз. Не получилось. Что они предприняли дальше? А они действовали по другой схеме. Они просто начали покупать политическую элиту Гагаузии, как обычных тушек на базаре, когда идете покупаете курицу, вы за нее платите деньги. Вот они начали покупать политическую элиту и начали с законодательного органа. Но на пути у них стоит Башкан, исполком, и любыми путями надо поломать и исполком. Их купили. Это уже не выполняет задачу Гагаузии они. Они выполняют задачу своих хозяев. Понимаете? Вы их избирали для того, чтобы они работали на вас. Писали законы, принимали законы, по которым мы все будем жить, работать, и у нас все будет хорошо. Больше года они на своих должностях, и каждый день в отставку Башкана. В отставку Башкана. Хорошо. Закон что гласит? 24 человека проголосовали, 30 дней референдум провели, народ свое мнение сказал, и на этом вопрос исчерпан. Делайте это. Нет. Мы будем по-другому. Мы будем отстранять, мы будем... Закон гласит, выполняйте закон. Почему? А потому что им поставили такую задачу. И они эту задачу будут выполнять всячески. Скажите, как можно сегодня отозвать депутата Народного собрания со своей должности? Процедура по отзыву Башкана, она ясна. Как можно отозвать? Нет закона. То есть вы его выбрали туда, чтобы он на вас работал, а он очень удачно себя продал и заработал на этом деньги, на ваших голосах. И сегодня они мутят воду, и сегодня действительно некрасиво, когда разделяют гагаузов и натравливают друг против друга. И делает это Демократическая партия Молдовы, которая всю эту бучу и устроила в Гагаузии. Они хотят опозорить Гагаузию, и тот имидж, тот бренд, который мы раскручивали, позитивного региона, модельного региона, они хотят его
свести на нет. Они хотят лишить нас поддержки России. Они хотят лишить нас поддержки многих наших грантовых проектов, которые мы реализуем в Гагаузии. И у них задача получить нищую Гагаузию и управлять ею. И они будут и дальше покупать депутатов Народного собрания, они будут еще и других пытаться покупать. Сегодня качлав бизим делимизде, да они башка дюмнеде, ким бильме бизим делимизе аннамасыннар да. Оласыныз кушку. Зере бакырсыз инче унар яваш яваш алдылар еліне, телевидение алырлы еліне, телевидениден геце гündüz батаксыбы дырлы. Şimdi sizi hani toplandınız burada 1000 kişiden ziyade göstermeyecekler. Gösterecekler de orada 20-30 kişiyi gösterecekler. Anlarsınız mı? Hani bağırırlar, süyerler, onları gösterecekler. Hani topladılar hani çıkmıyorlar bağırlarda hani. Topladılar onları da orada koyarlar. Kırık kulaklarla onu bunu. Ben size hepsinize yalvarıyorum. Olasınız kuşku. Да, hazır olasınız, hani ta çok bastırcıklar. Neçinden hani Gagauzya kalkınır, onun sesi işitilir bütün dünyada. Hem de bilirsiniz, hani hem büyük şimdi baskı olacak, neçin ben kurdum bu partiyi regionov? Neçin ben gezerim bütün Moldova'da, ederim insanlarla yerde, orada. Bryçany, Kagul, Floreşti, derim yeter ne kadar bizi yukarıdan düzdüler. Biz lazım aşağıdan çek edelim, да biz onları lazım düzelim. Biz lazım insanın lafı aşağıdan yetişsin yukarı. А onlar hepsi işleri yapıyorlar yukarıdan. Kim sordu bize nereye biz gideceğiz ne? Kim sordu? Neçi yapmıyorlar bu referendum hani konsültasyonlu referendum? Nereye insan bakır gitmeye? Bu tarafa mı olsa bu tarafa?